Люди и звери-друзья, доказали участники волонтерской акции в приюте для животных «Зоо-37». Политики, ученые, люди творческих специальностей приезжают сюда на экскурсию, знакомятся с животными и снимаются для портфолио. Размещенные в интернете снимки, по задумке организаторов, должны привлечь в приют неравнодушных – тех, кто захочет взять домой котенка или щенка. На всех участников акции приют произвел неизгладимое впечатление. Наверное, огромное чувство благодарности к этим людям. Кто-то должен делать такие добрые дела, потому что они, как бы, они не виноваты, что родились на улице. Или тем более не виноваты, что кто-то завел, а потом выкинул. Да? То есть я искренне восхищаюсь. Это Анастасия, балерина Ивановского мустеатра, хозяйка двух псов и кота. А это Альма, щенок бультерьера. Хозяева выбросили ее, когда увидели, что активное животное громит квартиру. Альма ласковая и очень любит фотографироваться. Собака прекрасно идет на контакт и может прижиться в доме людей, готовых к ее размерам и темпераменту. Такие собаки – это просто душа. Это душа компании, скажем так, семьи, в которой она будет жить. Потому что сразу видно, понятно, что внешний вид пугает. А то, что у нее внутри, вот эта детская непосредственность и радость, которая счастлива только из-за того, что к ней подходит, что ее гладит, что ей пузеньку чешет, вот, что с ней гуляет, ну, конечно, такая собака должна жить. Только в семье. Тибетский терьер Умка и двор-терьер Руся – друзья. И на фотосессию их пригласили двоих. Еще молодые собаки не первый месяц ищут хозяев в приюте. Люди часто приходят, смотрят, гладят. Животные рады и этому. Только что мы просмотрели всех собак, кошек, которые здесь живут. Вот эти глаза, их глаза, которые надеются на встречу со своим будущим хозяином, которые верят каждому, кто пришел сюда. Естественно, сделав доброе дело, ты как-то помогаешь и животным, и, наверное, делаешь что-то очень доброе для себя. Антонина Васильева знает каждого из своих 200 питомцев. Она надеется, что когда-нибудь ее приют начнет работать, как подобные заведения в Америке. Там перед дверями приюта с утра собирается очередь из желающих взять домой питомца. Американцы точно знают, что животное из приюта хозяев не предаст. Это животное, ну, которое оценит то, что его взяли отсюда, и он будет преданнее. То есть это преданнее животное, его не сыскать. Он будет любить беззаветно. И будет очень благодарен за то, что его взяли отсюда. Через неделю, когда все гости посетят приют, на сайте «Зоо-37» откроется выставка. Фотографии людей и животных. Забери друга из приюта. Известные ивановцы выступают за усыновление зверят и надеются, что горожане их поддержат. Мария Смирнова, Андрей Семиволков, РТВ Иваново.